Привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости моего канала. И сегодня мы поиграем в игру под названием Christmas Shopper Simulator 2 Black Friday. Переводится как симулятор рождественских покупок, часть 2, Черная пятница. Значит, год назад мы играли в первую часть, и довольно-таки она была угарной и веселой. Сегодня мы поиграем во вторую часть. Значит, тут уже другой торговый центр, уже какая-то Черная пятница в Новый год, короче, прям какая-то жесть, поехали, начнем. Воу, и тут что-то у нас выбор персонажей, значит. Типа мы можем, смотри, кем-то играть, типа женщиной, мухой, потом кем, вот этим чуваком в виде тефтельки, печеньки, потом пауком каким-то и классическим чуваком каким-то. Что у них за движение? Вообще какая-то жесть. Так, ну ладно, давай-ка выберем вот этого человека печеньку. А, это мороженое, сэндвич. Ну погнали, начнем. Значит, я вас всех хочу поздравить с наступившим 2022 годом. Опять пожелать счастья, удачи, здоровья и всего самого лучшего. Значит, что ж, поехали. 27 ноября 2015 Black Friday. Так, ух, нихренашечки, тут типа... Оу, так, и они побежали, стой, мы тоже бежим. Это Черная пятница, дорогие друзья, люди бегут. Оу, к нам пристали даже, уже начинаются драки, уже все, все бегут, короче, в магазины, тут 100% скидки, поэтому погнали все брать. Так, все мое, так, вот этот я беру, так, куда, где касса, ребята? Так, во, давай вот этого, давай, давай, еще бери, бери вот это, так, покупаем. Так, вот это тоже берем, капец, тут вообще прям не протолкнуться. Так, как тут покупать, во, нормально. Только наш главный герой взял не так много денег почему-то, хотя, я не знаю, вот это 75 евро что ли. Черт его знает, то есть не евро, а центов. Блин, короче, черт его знает, нам нужно сейчас закупаться в Черную пятницу. Срочным образом. Игры, игры, тут игры, смотри, гейм. Все, берем. С дороги, я покупаю тут все. Так, спокойно, все, все выходите из магазина. Все из магазина вон. Так, воу, это что такое? А, типа сфоткаться, это типа селфи. Давайте, ребята, фоткаемся. Охренеть, посмотрите, какая здесь толпа. Так, ладно, поехали. Так, поехали дальше. Так, значит, забежала куча народу. Вообще, конечно, полная жесть. Рождество, Новый год. Прям, смотри, елки везде стоят. Капец, только вот тут что-то с елкой произошло. Хотя вот текстурка появилась. Вот этот хрен уже под чем-то находится. Я думаю, ты видишь. Так, давай-ка его сфоткаем. Эй, чувак, я тебя фоткаю. Ах, конечно, вообще жесть. Так, давай. О, типа кик, смотри, можно пинать. Так, ну типа побежал такой, бух. Блин, управление по это... Управление первой части осталось, да. Ух, жесть. Я помню, вроде в первой части мы там должны были, типа, таскать товары, что-то. Мы работали за какого-то работника. Тут мы, короче... Дед Мороз, поехали. Так, Дед Мороз, давай сфотаемся. Так, вот Дед Мороз, смотри, ходит там. Так. Дед Мороз, давай сфоткаемся. Давай сфоткаемся, где, что ты там убегаешь. Во, хорошо, хорошая фотка. Так, все, теперь я на кресло. Можете. Ух, нихрена, вот этот чел, что с ним такое. Так, нужно пинок под зад ему поддать. Давай. Бух. Так, значит, что, какие у нас тут магазины? Вот этот Space Monkey, она вроде была, типа. Так, челлендж комплит, типа, что-то мы купили, да? Так, тут... Воу, типа, все товары тут летают, воу. Это стой, подожди. А, типа, я могу кидать какую-то фигню. Смотри, я могу кидать, типа, смотри, вот так взял. Я типа, смотри, могу как Человек-паук, вот это типа веб-шутер, но только в этой игре. Типа, я смотри, могу сейчас кинуть что-нибудь, вот типа в эскалатор, к примеру. Ах ты ж, черт, что-то не получилось. Ну типа, смотри, вот так. Бля, короче, какая-то жесть. Ну типа, смотри.
мы сейчас можем взять, к примеру, и полететь. То только вот так нужно прицепить и, короче, на страховке полететь вниз. Типа, смотри, какая паутина. Ах, капец, вообще жесть. Так, типа, покататься на вот этом льду, хорошо все сделано. Эй, да с дороги, чувак. Так, смени. Во, мне нужно вот этой, короче, веревкой работать. Типа, мы сейчас все товары сейчас возьмем. Пэт, чего? А, типа, товары для животных. Ё-моё, что-то это не похоже на товары для животных. Как-то это очень странно выглядит. Точняк. Точняк, это для товары, не для животных. Так, ладно, все, я беру вот этот хороший подарок. Так, давай вот сюда. Давай, продавай мне. Продавай мне. Так, чё? Давай. Сейчас, короче, поменяем. Во, все, полетели. Оу, тихо, тихо, тихо. Так, за нами охрана погналась. Витрину разбили. Так, короче, сейчас... Что за чушь происходит? Боже. Так, я вообще не понимаю, что происходит, дорогие друзья. Так. Игрушка очень трэшовая и упоротая. Так же, как и первая часть, только тут багов, мне кажется, во второй части намного больше. Капец. Я, кстати, помню, когда мы снимали первую часть, я сказал, что есть вторая вроде, и что мы ее заснимем в следующем году. Возможно, таки. Ну вот, короче, так сказать, обещание я выполняю, поэтому поехали. Сейчас на этой веревке прокатимся, смотри. У-ху! Ай, так, это что такое? Так, маски, давай, мне понравилась эта маска, я ее забираю, все. Все. Так, охрана, ты мне тоже понравилась, все, охрана. Все, мы залепили охрану, типа, смотри. Мы можем сейчас взять какой-нибудь товар. Во, я маски беру. Так, блин, да нахера тебе вот это, так. А, охрана, блин. Давай, бери. Это мое, а куда ты, блин-то? Тут охрана, кстати, вообще капец действует мощно. Не как в первой части, там типа мы вообще... Что с этим чуваком не так? Блин, тут походу все люди под чем-то. Я думаю, ты слышишь. Какой-то бит, типа они все танцуют здесь. Так, ой, я манекен забираю, поехали. Давай, кидай. Давай, кидай. Ну чё, давай. Блин, не хочет, короче. Не хочет, короче, забирать манекен с собой. Так, ну что нам еще здесь посмотреть? Так, спокойно, за мной охрана какая-то побежала, боже. Так, вот тут. Смотри, Place Stallion 4.5, потом XAP V и VAA. Ну, типа, я думаю, ты знаешь все эти, так сказать, игры. Так, все, полетели. Так, налет. Все, за мной бежит охрана. Давай быстрее, короче, нам нужно топать. Все, я ухожу. Я ухожу, охрана. Ты меня не догонишь. Все, так, мы, кстати, мы вышли на улицу довольно-таки круто. Так, что тут? О, можно попрыгать. У-ху! Бля, ко мне бежит охрана. Ко мне бежит охрана! Какого хера она меня остановила? Ты посмотри. Давай, вставай. Вставай, ты чё, ты как долбень разлёгся тут. Так, есть челлендж, комплект, что-то купили. А, типа, мы делаем закупки, у нас считаются все деньги. О, типа, смотри, шары можно давать всем. Так, на тебе шар. Так, на тебе шар, охрана. Все, так, хорошо. Так, я это забираю, все, покедово. Так, я, короче, смог остановить охрану с помощью воздушного шара. Так что бежим. Бежим, человек. Тефтелька бежит. Так, вот сюда положу это. Так, что у нас тут? Так. Покедова охрана. Нет, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. Иди нафиг, охрана. Я ухожу от тебя. Я ухожу. Так, все. Блин, охранник-то бежит. Охереть, как быстро. Так, давай вот так. Все, хорошо. Блин, все охранники активировались. Так, на улицу, короче. Они вроде меня там не достают. Так, давай выкидывай это все. Все, отлично. Так, теперь можно, смотри, воздушный. О! Подожди, стой. Если мы сели в эту тачку, значит, я могу еще в какую-нибудь тачку сесть. Ну погнали, вот сейчас вот это можно сесть? Не, короче, остальные не работают, типа. Поэтому берем вот эту. Так. Стой, как ты там? Во, поехали, короче. Поехали, разгромим какой-нибудь магазинчик на этой фигне. Так.
Так, спокойно поворачивай. Я же сигналю вроде. Так, поворачиваем. Так. Я как сюда вообще могу заехать? Да, могу. Отлично. Так, едем потихоньку. Так. Мистические воздушные шары какую-то фигню творят. Так. Давай сюда, поехали. Ай, капец. Так, вообще, разгром, разгром, дорогие друзья. Так сказать, черная пятница же пришла, притом Новый год. Все бегают, все носятся. Так, о, огнетушитель. Я взял огнетушитель. Так, все, поехали. Поехали. Так, ребят, я разношу ваш магазин. Так, забираю, что вот мне вот этот PlayStation понравился. Так что все, покедова. Я бегу, так, с дороги. Так, за мной охрана вообще не бежит. Это хорошо. О, люди куда-то сбегаются в какой-то магазин. Там сказали, что вроде 100% скидка, поэтому нужно срочно. Так, все с дороги, все с дороги. Это мой магазин. Давай, короче, все разносим тут к чертям. Охереть. Охереть, как много здесь людей. Капец, смотри, они разбирают реально товары. Они реально разбирают товары. Жесть. Так. Чё, погнали все-таки на третий этаж, мы там в основном толком не изучили, что к чему. Блин. Тут, о, вот еще огнетушитель есть, взял. Так, типа это кафешка какая-то. Так, охрана. Знаете, все, запшикали. Так, тут что еще, огнетушитель. Так, тут закрыт магазин почему-то по каким-то причинам. Так, о, дэнс. А, кинотеатр, о, давай, я в кинотеатр с удовольствием, так, мне, пожалуйста, фильм, так, и вот я сфоткаюсь еще. Мне, пожалуйста, я все, иду в кинотеатр смотреть фильм. О, это, ребят, вот она, первая часть, короче. Охеренчик, вообще. Наш главный герой как будто выпил. Так. Все, мне ноутбук нужен. Все, спасибо. Я убегаю отсюда. Все, убегаю. Так, кстати, вот, смотри, вот это первая часть. Вот мы в нее играли как раз год назад. Если, дорогие друзья, вы найдете данную часть у меня на канале, посмотрите, блин, там тоже было очень весело. Кстати, вот данную игрушку, вот вторую часть, я вообще еле-еле скачал где-то из глубин интернета, так как на игру вообще даже торрентов никаких нет, да и в Steam ее тоже нет. Так что вот, игрушка довольно-таки редкая, но очень веселая. Так, тут есть балкон. Тут есть балкон, есть какой-то чувак тут. Так, чё? Где чувак? А где чувак? Он куда-то пропал, тут какой-то... А, это типа манекен, я думал, тут кто-то синий уже лежит. Так, офигеть. Ну, довольно-таки прикольно, довольно-таки прикольно, довольно-таки весело. Очень реально классно. Мне понравилась первая часть... Ой, вторая. И первая часть тоже понравилась, дорогие друзья. Вторая тоже очень веселая, она намного больше, намного тут тоже веселее. Особенно вот эта черная пятница и вот эти баги вообще, конечно, тут веселят по полной. Как-то так, дорогие друзья. Вот такая веселая игра. Значит, что же, вот всех хочу поздравить, опять же, с наступившим 2022 годом, желаю вам много подарков, веселья, счастья и здоровья. На этом все, подписывайтесь на канал, делитесь с ним видео, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.